Сегодня сделаем более подробный обзор на наш квест «Остров приключений». Большой, яркий, с множеством количеством реквизита квест. Есть и для улицы, и для дома. Смотрите, все сделано чемоданчиком. Мы же отправляемся в путешествие. Давайте откроем его. Первое, что мы видим, конечно же, инструкция. Инструкция очень подробная. Состав набора, подготовка к игре, куда что прячем шаг за шагом. И ход и ответы на все подсказки. Если участники будут затрудняться, родители всегда помогут. Смотрите, какая прекрасная у нас карта. Она с секретом. Это у нас остров Кокос. Вот не такой. Все так просто. Участники только узнают по ходу игры, куда надо нажать. Вот такой вот мешочек номер один. Все мешочки, конверт у нас пронумерован, чтобы согласно инструкции все было просто разложить. Это мы будем прятать. Это карточка, описание, почему вообще брелки здесь оказались. И вот такая связка брелков. Брелки все интересные, разъемные. Тут у нас изображение животных, которые действительно обитают на этом острове. Там у нас тайнички. Вот такой небольшой мешочек с поздравлениями и сюрпризами от нас. Вот идет вот такой секретный мешочек с коробочкой. Как ее открыть? Ну, надо постараться. Там тайник. Кусочек карты. Такая прекрасная бутылка. В ней тоже спрятан кусочек карты. Длинный такой. И кодовый замок. Как открыть, участники по ходу поймут. Мы также положили инструкцию к этому кодовому замку. В дальнейшем очень удобно использовать. Вот такой вот тюбик зубной пасты у нас. Прекрасный. Коврик с секретом. Большая такая головоломка деревянная. На дне идет подсказка, и все пазлы тоже с подсказками. Чтобы узнать ее, нужно собрать разноцветные конверты. Первый, самый основной конверт, где мы знакомимся с островом Кокос. Вот такой прекрасный остров. Немного описания его, чтобы познакомиться. И само задание. И описание начала игры. И несколько вот таких вот тоже ярких. Некоторый реквизит остается в конце. И можно в дальнейшем будет пользоваться, играть несколько раз с чем-то из них. Дети будут в восторге, иногда и родители принимают участие, так что увлекательные игры.